Рада приветствовать! Это проект «Модная точка». Название говорит само за себя. В эти выходные стилисты, дизайнеры, визажисты отметили Международный день красоты. В Бродском Молле прошел показ наших дизайнеров. На удивление, в Хабаровске огромное количество производителей одежды. Если заинтересовались, в нашем телеграм-канале есть ссылка на красивый сюжет красивой Виктории Зыковой. В показе участвовали не только хабаровские модельеры. Например, свадебные платья отшиваются, как правило, на крупных фабриках. Дизайнеры со всех городов России отправляют туда лекала и ткани. Мы в основном переключились на российские бренды. Если брать по городам, это Ижевск, Новосибирск, Нижний Новгород, Москва. Модные эксперты подметили, что вечерняя свадебная мода последние несколько лет упростилась, что ли. Лаконичный образ, сарафанный крой, спокойный струящийся силуэт, разве что разрез под самое. Конечно, сейчас самое актуальное – это у нас ткань воск называется, в простонародье его называют органза. Воздушные модели, на запах с разрезами. Ну и, конечно, сейчас самое такое трендовое – это вот объемные рукава, буфы. Квадратный вырез сейчас вот самый, наверное, популярный. Даже те, кто может позволить себе разгуляться как следует, сейчас отдают предпочтение скромности. Так незаметно для многих экс-солистка легендарной группы «Тату» Лена Катина, так и хочется сказать, Катя Ленина, расписалась с российским олигархом Дмитрием Спиридоновым. К слову, скажем, он родом из Читы, дальневосточник, без пышностей. Просто поставили подписи в МФЦ. На Елене, как многие могли наблюдать, в соцсетях спокойное, элегантное платье. Подобный минималистичный образ можно собрать по достаточно скромной цене. Но в мире вечерней и свадебной моды намечаются изменения. Мы ежегодно летаем на международную выставку в Москву. Мы смотрим наперед, какие модели будут предколлекции. Ну, что будет в следующем году, я думаю, это обязательно юбки многоярусные, многослойные, с какими-то защипами, да. То есть какие-то очень воздушные, там, с всякими канделябрами. Я думаю, через годик уже начнет у нас невеста в этом выходить замуж. Ну, а пока раскрываю лайфхак для тех, кто наметил радостное событие. В конце свадебного сезона, то есть сейчас, многие салоны обычно делают большие скидки. Пользуйтесь, не благодарите, всем любви!